нам нужно с ней попрощаться. Ребята, что за шутки? Что с тобой случилось? Почему это так страшно? Я что, заболела? Нужно пойти в школу, и там точно помогут. Помоги! Со мной что-то случилось! Ничего не понимаю. Я же популярная. Меня все любят. Ну почему они все убегают? Что с этим шкафчиком? Никогда такого не видела. Нужно проверить, что там. Вот у него вот такие вот штуки были, представляешь? Ой, это же вонючая зомби! А, фу, я тоже к ней прикоснулся! А, где я? Кто вы? Я могущественный вампир. Я ведьма. А ты в школе монстра вообще-то. Могла бы и догадаться. Это же логично. Да она же зомби. У нее сгнили мозги. Да, видно, что тупит. Ладно, приходи на урок, если не заблудишься. Школа монстров? И почему они такие грубые? Я же самая популярная черлидерша. Ладно, я должна завоевать популярность в этой новой школе. Всем привет! Я новенькая, я к вам пришла из другого мира. Да. Все мы когда-нибудь становимся монстрами и попадаем сюда, учиться в этой школе. Садись и не мешай проводить урок. Ну ладно. Привет. Стромная зомби, не садись рядом со мной. Да ты сам шерстистый. Ну ты бешеный. Садись. Итак, сегодня мы распределяем внеклассные кружки. Кто и какие занятия или тренировки хочет организовывать? А можно я? Я устрою занятия по черлидингу, потому что я была капитаном черлидеров и самой популярной девочкой в школе. Чему ты можешь научить? Как отваливаются руки и голова во время танца? Никто никогда не будет ходить на занятия к стрёмной зомби. Но я же всегда была красивой и самой стильной. Что со мной произошло? Я теперь похожа на труп. Короче, приходите ко мне на кружок зелья варенья. Будем варить любовное зелье. А я устраиваю занятия в бассейне по синхронному плаванию. А я все равно объявляю занятия по черлидингу. Приходите и сами увидите то, что я мастер в этом деле. Сами увидите. Странно. Что-то есть вообще не хочется. Еще и мышцу потянула на руке. Ой. Посмотрите, трупак разваливается. Чувствуете, как завоняло? Ох так. Я классная, популярная. Я тебя не боюсь, грубиянка. Ай. Попустись и не высовывайся. Ты даже колдовать не умеешь, ты просто ходячий труп. Девочки, уходим. Я не хочу сидеть рядом с зомбаком. Как обидно. Я ведь тоже когда-то издевалась над ботанами и своими подружками. Никогда не думала, что окажусь в этой роли. Так противно и мерзко. Но я все равно добьюсь своего. Главное, чтобы ко мне кто-то пришел на занятия по черлидингу. Неужели никто не придет на тренировку по черлидингу? А в моей школе девочки были готовы драться за место в команде. Эй, ты! Зомби! Ты что, пришел на тренировку? Ты же тот самый крутой мир, да? Эй! Держи помпоны. А давай ты попробуешь сделать какой-нибудь трюк. Например, потрясти помпонами, то вообще растет суперскорость. Да не трогай меня! Мне не нужен твой черлидинг, я не буду этим заниматься. Как? А зачем ты тогда пришел? Поиздеваться? Слушай, у меня есть к тебе дело. Интересует? Ну, ты в этой школе единственный, кому до меня есть дело. Поэтому давай, говори, что хочешь. Ты же из реального мира. Угу. А как туда попасть? Ну, просто когда я стал вампиром, у меня как будто все в тумане. Ничего не помню.
Ну да, я из реального мира. У меня там была самая крутая команда по черлидингу. Точно! Я же могу девочек позвать сюда, поставить номер, выступить круто и показать вашим тупым мальчикам, какие мы классные! Отличный план! Так как туда попасть? Сейчас эта дурочка сама меня приведет в реальный мир. Ну что, давай отправимся туда и найдем твоих подружек. Ты мне что, хочешь помочь? Ну да, как не помочь такой, ну, очаровательной зомби. Вот он, реальный мир. Вкусненько пахнет, человечный. Так, пойдем быстрее искать девочек, они, наверное, в зале. Я подожду подходящего момента, чтобы к ним подойти. Не поняла. Я во что, в форме капитана черлидеров? Это же я, капитан! Элис, отрабатывай сегодняшнее движение до совершенства. Я поставлю лучший танец, а не ту фигню, которую придумывала Тина. Милая, вы уже закончили? Идем в кафе. Конечно, Зак. Что? Это касается лут моего парня? Мы странно выглядим. Если они нас увидят, они вызовут полицию. Ну, или экзорцистов. Но Ева предательница! Она убила моего парня! Ну, ты же уже покинула этот мир. Она заняла мою должность капитана, я ненавижу Еву! Тише! Я помогу тебе ей отомстить. Нужен план. Идем, расскажу. Так, тут нас никто не увидит. Успокойся. Давай заманим девочек в школу монстров, как ты и собиралась. Нет, я не хочу иметь никаких дел с предательницей Евой. Ну, ты ведь хотела отомстить Еве. Ну да. Эти люди – еда для монстров. Позови их в школу, поставь номер и отдай на растерзание ученикам. В смысле? Ну, ты приготовишь им сразу и развлечение, и угощение. Тебя полюбят за это, и ты станешь сразу популярной. Даже не знаю, их же прям совсем загрызут. Ты ненавидишь Еву. Ненавижу. И хочешь стать популярной? Очень хочу! Ну тогда решайся, это лучший способ. Зомби просто так никто не полюбит. Ладно, хорошо. Давай заманим девочек в школу монстров. Ну не так быстро. Мы выглядим как монстры. Надо замаскироваться. А не нужно. Я вспомнила, сегодня же вечеринка в честь Хэллоуина. Все будут в костюмах, и они даже не поймут, что мы настоящие монстры. Отлично. Тогда проберемся на эту вечеринку и уговорим девчонок пойти с нами. Да. Что не так? Надо добавить себе украшений. Как у зомби. Серьезно? Бинты? Это, по-твоему, украшение? Ну, ты гниешь немного. Тебе в самый раз. Я на вечеринке. Ты че? Это ж просто костюм. Проходи тогда. Здравствуй! Какие у вас реалистичные костюмы! Просто супер! Да? Спасибо! Вы что делаете? Я просто играю свою роль. Держите! Что нам с этим делать? Будете раздавать конфеты гостям, как король и королева вечеринки. Супер! Я знала, что мы лучшие. Отлично, вместе смотритесь. Да уж, отличная была идея поставить на охрану того, кто боится нечисти. Сладость или гадость? Ну, конечно, сладость. Спасибо. Знаешь, ты похожа на одну черлидершу. Там была странная история. Говорят, она из гроба сбежала. А я думаю, что у подружек Тины просто галлюцинации от горя случились. Не может же кто-то встать из гроба. Ну да, странная история. А можно конфетку? Кстати, классный костюм. Это они. Вижу. А хотите, покажем вам классную страшную школу? Пойдем с нами? А что за школа? В этой школе самая-самая страшная вечеринка. И самые-самые страшные костюмы. И самые... Ой, подождите секундочку. Что такое? Там мне голова жмет.
ты наделала? Ой, я случайно. Нужно их догнать. Стойте! Тише! Это я, Тина. Фрейд сказала, что у нас были галлюцинации, когда Тина встала из гроба. Нам это привиделось. Тины больше нет. Девочки, я просто осталась зомби. Я не знаю, как это объяснить. Вы же мои подружки. Я хотела вас позвать к себе в гости, в свой мир. Мне что-то не хочется. Но, девочки, мне там так одиноко. А мы бы вместе выступали. Мы бы стали звездами Чавлидинга среди монстров. Тина, ты не очень-то хорошо с нами общалась. Тина, ничего без меня не можешь. Да, таких красавиц, как вы, просто нет в мире монстров. Вы станете бешено популярными. Вы должны пойти с нами. Вот и отлично. Прошу. Это было круто, Крис. Спасибо, ты молодец. Да заходи уже. Вот. Комната для новеньких в школьном кампусе. Располагайтесь. Точнее, сервируйтесь. Тут все такое необычное. Что это? Поаккуратнее, а то пальцы откушу. Тут все такое стрёмное. Так сегодня же Хэллоуин. Всех принято пугать и пугаться. Да, вообще это супер приключение для Хэллоуина. Я никогда не видела такого загадочного места. Ладно, будет отдыхайте, а потом будем репетировать наше выступление. Не знаю, зачем мы сюда пришли и как мы на это согласились. Ты точно хочешь снова танцевать с Тиной? Тина всегда была самовлюбленной стервой, но она хороша в чирлидинге. Возможно, эта тренировка пойдет нам на пользу. Спеть вам колыбельную, девочки. В кампусе пахнет человечиной. Мы знаем, что вы притащили в школу смертных. Монстры должны общаться с монстрами. Крис, я от тебя такого просто не ожидала. Спокойно, сейчас мы вам все объясним. Да уж, объясните, постарайтесь. Эти смертные, это подарок для вас. Это была идея Тины. Она поставит танец чирлидеров, и после того, как они станцуют, вы их съедят. А почему не съесть их сразу? Ну, это как красивая подача блюда. Я новенькая и хочу вам сделать приятное. Только не говорите им, что они еда. Еда испугается и станет невкусной. Да, будьте с ними милыми, пожалуйста. Тогда мы сможем поставить классный танец. Хорошо. А ты ничего такая, хоть и зомби. Да, мы уважаем тех, кто делает для нас такие сюрпризы. Нужно дать этой новенькой шанс. Кажется, я смогу стать популярной. Я смогу получить свежую людскую крови. 5, 6, 7, 8. Мы команда школы монстров. Впечатливо, очень просто. Мы девчонки, просто класс. Все в восторге, тут от нас. Блин, а девчонки классные. И Тина красивая. Крис, запомнись, они всего лишь еда, а Тина мерзкий зомби. Ну а что вы тут делаете? Этой штукой нужно колдовать? Абракадабра? Нет. Это для танца, смотрите. Как же грациозно, это как раз занятие для феи. Я могу использовать это в синхронном плавании. Можно с вами попробовать? Конечно. Становитесь и повторяйте движение. Вы пока репетируете, а я воды попью. И раз, и два.
Упс. Блин. Ну, ничего страшного. Черлидинги одной из танцовщиц часто носят на руках. Девчонки, поднимайте ее. Будешь нашим флайером. А им кажется весело вместе. Я, конечно, не хочу есть, потому что я зомби, но вас, девочки, нужно накормить. А что у них есть в меню? Угощайся, милые лавки для такой милашки, как ты. Что это? Попробуй, это просто оформление закуски. Эльфы настоящие глаза не едят. Ой, а ушки у тебя тоже не настоящие? Ты что, это натуральные эльфийские уши. Такие милые. Девочки, попробуйте. Феи едят цветочный нектар. Спасибо, конечно, но мы такое не едим. Ну, зато цветочки красивые. Тебе очень идет. А кто хочет мясо с кровью? Фу, не предлагай такое девочкам. Да, сам ешь свою оборотничью еду. А я буду. Я люблю бифштексы с кровью. Накормим их вкуснятинкой, сами вкуснее станут. Точно, точно. Кушайте, кушайте, девочки, наедайтесь до отвала. Спасибо. Спасибо. Все такие добрые. Жаль, что монстры только притворяются хорошими. Позабудьте ему на свидание. И пофиг, что она монстр. Она мне нравится. Она станет популярной, когда отдаст монстрам своих друзей. И мы будем встречаться. Крис, что ты тут делаешь? Тина, пойдем. У меня для тебя сюрприз. Ну, хорошо. Вот. Это мой сюрприз для тебя. О, а чего стол такой грязный? Да я специально для тебя его сделал грязным. Что? В смысле? Ну, специально для тебя. И это тебе. Но они же сухие. Ну да, тебе ж такое должно нравиться. Это же некрасиво. Ой, ты что, мозги? Ой, какая гадость. Да попробуй, это, наверное, вкусно. Я сам такое просто не ем. Ты чего? Решил надо мной поиздеваться? Думаешь, что я грязная, воняющая зомби? Нет! Я думала, ты хорошо ко мне относишься! А ты такой же, как и все! Отстань! Я лучше пойду к девчонкам! Да что я сделал? Я думал, зомби такое любят. Но Тина необычная зомби. Она все та же популярная девчонка. Блин, какой же я дурак! Привет, девчонки! Зачем вы назвали? Можете устроить девчачьи посиделки! В человеческом мире мы часто их устраивали, и это весело! Да, и что мы будем делать? Развлекаться! А можем показать друг другу свои таланты? Добавим еще сюда пыльцу фей. Уии! Я летаю! Черлидер на потолке! Класс! Мы сможем поставить танец летающих девочек! Супер идея! А я могу сделать номер с помпонами в воде! Мы все вместе можем быть самой крутой волшебной командой на свете! Да, мы команда! Даже жалко, что мы их потом съедим. Ничего страшного, съедим, а потом попросимся в команду к Тине. Точно, я хочу быть черлидершей! Эй, может, снимите меня отсюда? А это задача для ведьмы. Это было здорово! Как же весело всем вместе! Тина! Давай поговорим. Я не хотел тебя обижать. Тогда что это была за фигня с завявшими цветами? Ну, я думал, что зомби такое любят и хотел устроить идеальное свидание. Так это было свидание? Ну да, только я все испортил. Ты дашь мне еще один шанс? Крис, ты мне нравишься.
Я, наверное, тоже виновата, резко отреагировала. Но у меня сейчас нет настроения для свиданий. Что-то случилось? Понимаешь, мне жалко девочек. Мы с ними так хорошо подружились, когда я стала зомби. Ну, вы же и раньше дружили. Раньше я совсем не умела дружить. Но сейчас они мне стали так дороги. Я не хочу, чтобы монстры их загрызли. Ну, ты же хотела отомстить Еве, помнишь? Да, но у меня появился ты. И я уже как-то не очень злюсь на Еву за то, что она замутила с Заком. Мне на него стало плевать. Но мы пообещали одноклассникам отдать им девчонок. Тогда ты станешь популярной. Если мы не исполним обещание, нам крышка. Ты, наверное, прав. Но мне все равно очень грустно. Все будет хорошо. Ты теперь зомби. И не должна цепляться за прошлую жизнь и старых друзей. Ты прав. Нужно совсем покончить и навсегда забыть о моем прошлом. Это тебе. Какой красивый цветок. Прямо в башке? Эльфы очень любят цветы, поэтому мы их никогда не срываем. Хорошо, я буду заботиться об этом цветочке. Ты такой милый, тут все такие страшноватые, а ты просто пупсик. Да, мои одноклассники монстры и творят всякие гадости. А я делаю все это вместе с ними за компанию. Но ты же можешь быть хорошим, ушастик? Разве ты монстр? Вообще я не монстр. И обычная девчонка вроде тебя мне как-то ближе, чем мои одноклассники. Ой, а приходи ко мне в гости, в реальный мир. Мы тебе ушки под волосы спрячем, и никто ничего не заметит. Приходи ко мне, потом. Потом? Знаешь, а ведь этого потом может никогда не случиться. Одноклассники загрызут девчонок, а я, как всегда, поддержу их во всем. Но сейчас мне совсем некогда. Мы должны готовиться к выступлению. Выступаем уже завтра. Ты же будешь за меня болеть? Конечно. Только давай проведем этот вечер вместе. Ну да. Сейчас можно и отдохнуть. И как после этого мне на нее напасть? И 3, 4. Мы, девчонки, просто супер. Выступать для вас мы любим. Школу монстров покорим. Молодцы! Тебе понравилось, мой шастик? Да, конечно. Теперь время перекуса. Что? Налетай на них! Еда! 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 Сейчас мы вас съедим. Что происходит? Дина, спаси нас! Твои друзья сошли с ума! Глупая девчонка! Дина с нами заодно! Это неправда! Дина, помоги нам! И ты еще смеешь просить меня помощи после того, как убила у меня Зака? Ну уж нет, ты получишь по заслугам, Ева! Ты же знаешь! Я видела, как ты целовалась с ним, а еще называла меня своей лучшей подругой. Вообще-то ты тоже была не очень-то хорошей подругой, Тина. А Ева начала встречаться с Заком только потому, что они думали, что ты умерла, и у Зака больше нет девушки. На самом деле, я очень давно люблю Зака, но ничего ему не говорила, пока ты была с нами. А потом он сам подошел ко мне, и мы поняли, что хотим быть вместе. Ева, ты мне давно нравишься. Так, но ты же встречался с Тиной, с моей лучшей подругой. Наши отношения с Тиной были токсичными. И тем более она теперь не с нами, нужно двигаться дальше. Не знаю, как-то это все неправильно. Ты такая классная и добрая, в отличие от Тины. Мы будем счастливы вместе. Зак, ты мне тоже очень давно нравишься. Зак давно хотел с тобой расстаться из-за твоей токсичности. Ты несешь какую-то чушь. Тина добрая и милая, а не токсичная. На самом деле я сама в шоке. Ты изменилась к лучшему, когда стала зомби. Да, я многое поняла. Не слушай их, они всего лишь добыча. Дай их нам. Ты обещала. Нет. Я не могу! Ева и Элис не заслужили, чтобы их съели! Тина,
Я с тобой. Мы спасем твоих друзей. Девочки, бегите. Мы их задержим. Отступитесь. Мы будем драться за друзей. Не связывайтесь с нами. Получай, оборотень! Заколдую! На! Вот тебе! Обязан вас задержать. Ушастенький, я же тебе нравилась. Это вы не едят людей. Ну вообще да. Я и не хочу на самом деле. Я просто так с друзьями за компанию. Че ты их слушаешь? У тебя что, своей головы нет на плечах? Есть. Прости, ты права. Ты мне нравишься, и я не могу причинить тебе зло. Бегите, я никому об этом не скажу. Спасибо, я никогда тебя не забуду. И я тебя. Ты открыла мне глаза. Я больше не буду безвольным слизняком. И не буду никого слушать, кроме своего сердца. Вот вам всем. Дыхание зомби! Она нас усыпит! Ты их усыпила? Супер. А теперь быстро к порталу. Девочки, мам! Быстрее в шкафчик! Я знаю, в школе есть смертные! Я хочу свежей крови! Ага, они сбежали! Вот туда! Закрывай быстрее! Выпустите меня! Это обычный шкаф! Вы меня обманули, дрянные детишки! Посидите там, мистер Гарри! После вас, миледи! Я до вас доберусь! Добро пожаловать домой! Спасибо. Нужно срочно найти девочек и убедиться, что с ними все в порядке. Угу. Фух, ну и приключения. Еле спаслись. Девочки! Тина! Ты в порядке? Не, обнимашки без меня. Тина, ты правда изменилась. Ты стала добрее. Прости меня за все. Знаешь, мне больше не нужен Зак. Если хочешь, можешь с ним встречаться. Я не против. Тиночка, а ты останешься тут? Просто ты выглядишь как зомби, если честно. А я выгляжу как вампир. Нам тут небезопасно. Нам надо вернуться в наш мир. Да уж, мы должны жить там, но вряд ли одноклассники нам обрадуются. Но у тебя есть я, и я не дам тебя в обиду. Мы решим все наши проблемы вместе. А теперь попрощайся с подружками. Девочки, будьте счастливы. Станьте лучшей командой черлидеров в этой школе. Тиночка, а приходи к нам в гости через шкафчик. Мы будем тебя ждать. Обязательно, когда-нибудь. Ну ладно. Ладно, нам уже пора идти. Тина, ты уверена, что хочешь вернуться в мир монстров? Крис, я хочу быть там, где будешь ты. Ты самая красивая и смелая зомби на свете. Я так рад, что мы вместе. Пойдем. Со мной тебе нечего бояться. Да, возвращаемся. Только суньтесь к нам, мы будем защищаться. Мы вас не боимся.
ты крутая! Ты нас всех победила! У тебя самая мощная зомби-магия! Для монстров кто самый сильный, тот и крутой! Ты самая популярная девчонка в школе! Офигеть! У меня все-таки получилось стать популярной! Ты это заслужила! Ну, тогда приглашаю вас всех в свой кружок по черлидингу! Да! Мы очень сильно хотим! Хотим в команду к Тине! Тина наш капитан! Два, три, четыре! Слушай, волчонок, давай ты лучше не будешь танцевать! Ты можешь быть нашим талисманом команды! А что надо делать? Просто быть мягким и пушистым! Ну, это я могу. Школа монстров лучше всех, и во всем успех! Я хотела вас позвать к себе в гости. Свой мир. Эльфы настоящие не едят. Ну, кто тебе говорил накалывать глаз? Я не наколол, он не накалывает. Блин, первый постов. Я вообще ни при чем. Поехал. Ничего. Я всхлюпываю. Ты прав, не смейся. Ты слушаешь, у тебя что, своей головы нету на плечах? Есть, прости, ты мне нравишься, я не могу причинить тебе зло. Я отпущу вас, только не говорите никому. Спасибо, я никогда тебя не забуду. И я тебя, ты открыла мне глаза. Я больше не буду безвольным слизняком, я буду слушать мелодии как свое сердце. Я очень сентиментальна. Что, снимаем, что ли? Нет. Больше не буду безвольным слаймом. Схлюпнуй, Забелла. Санечка, не плачь, что ж такое, Санечка, ну хватит, ну нет. Ну... Сань, тебя, вот, ты же обещал один дух. Ну я не буду, я не смог. Я больше не буду безвольным хлебцом.